Всем привет! Сегодня хочу сделать расклад, что вам надо знать на самое ближайшее ближайшее будущее, пусть будет месяц до месяца. Вот так. Раз, два, три, первый, второй, третий, розовый кварц, горный хрусталь и обсидиан. Настраивайтесь, расклад будет, надеюсь, быстрым. Времени у меня не очень много. Так, первый, второй, третий. Сегодня я чего-то очень хочу сделать вот так. Ну что, поехали. Надеюсь, вы загадали. Если нет, жмите паузу, пожалуйста. Что вам надо знать на самое ближайшее будущее? Так. Ну что, тут, скорее всего, вы при победе или к вам стремится какая-то сногсшибательная весть. Может быть, именно человек с дороги еще, или в дороге, или вы поедете в дорогу, но это то, где вас ждет успех, ну или успех по какому-то делу уже стремится к вам. Туз жезлов и справедливость. Итак, вы одержали уже победу по справедливости. Может быть, то, что опять было на паузе, или вы не решались действовать, или были закрыты какие-то врата. Ну, то есть была закрыта какая-то дорога, она вот прям откроется по возможности, откроются двери, откроются врата, откроется путь, придет хорошая весточка, и будет вот тут возможность. Ну, это хорошая, в принципе, хорошая энергия, которая, да не одна возможность, открывает вам эти возможности. Итак, у нас здесь дама трефовая и змея. Может, вы блеснете где-то своей мудростью, сексуальностью, мудростью, красотой, неотразимостью, лучезарностью, игривостью и тому подобное. Возможно, может быть, седьмое число для вас будет каким-то знаковым, именно знаковым днем. А может быть, шестое, седьмое для вас тоже произойдет. Вот получите какое-то известие все-таки, или документы, или известие, причем очень хорошее. Вот. Где-то так, которая, скорее всего, может быть, что-то даже с, как это, официальные какие-то документы, не только как бы любовного характера, но что-то здесь может быть с официальным связано, подтверждающее вот для вас какую-то очень хорошую истину. Так, ну, может. Что надо? Так, тут пара образовалась, тут благодаря вашей мудрости, скорее всего, сексуальность, мудрость, и тут какая-то встреча будет, встреча, пара, король трефовый, дама треф, опять шестерка, семерка, пятерка и дерево, род, встреча. Прекрасная, радостная, романтическая встреча, так сказать, для этих людей. Выяснение. И в доме. 4, 5, 6, 7. Ну, 4, 5, 6, 7. Все. Вот как-то так. Король с любовью. В доме. И тут у нас... Так, почему девятка пентакливая? Сейчас хочу уточнить.
что было в тайне, что было скрыто. Здесь у нас какая-то тайная, реально тайная дорога, очень долгая дорога, которая, скорее всего, измотала уже вас, которая уже выводила вас из состояния или доводила вас до состояния нервного срыва. Вот тут, ну, как бы проясняется или открывается. Вы открываете, скорее всего, какую-то тайну, как я понимаю, или открывает тайну. Здесь у нас король монет, но он переворачивается. Опять семерка, ну это благодушие, колесо фортуны. Тут вы открываете какую-то тайну еще. И для вас это очень судьбоносный момент и поворотный момент в вашей жизни. Может быть, кто-то откроет вам свои чувства, кто-то признается в своих чувствах. Здесь король пентаклей и король чаш есть. Но может быть именно такая ситуация. Когда именно ваш выбор Пендрогеру. Тут судьба, тут девятка. Вы знаете, мне кажется, что здесь какой-то ваш выбор перевернет полностью вашу судьбу и судьбу людей, которые к вам, ну, как бы настроены. Вот она еще раз, дама у нас жезловая. Если у вас было несколько претендентов на вашу, на ваше сердце или как-то так вот внутри вашей жизни что-то там происходило, какие-то сколки, может быть, или тайное что-то, именно в связи с тем, что у вас происходит, вот тут какая-то весточка идет, вы расставляете все, ну, по своим местам или делаете некий выбор. Ну, говорю, открывается у вас дорога. Так. Поехали дальше. Сюда. Что вам надо знать в ближайшее время уже? Ну, колесо фортуны тут у нас. Какой-то хороший, удачный эксперимент в вашей жизни. Стечение обстоятельств. Судьба за руку с вами. Что-то повернется. Возможно, дорога опять, возможно, кто-то едет, приедет, прибежит в вашу жизнь или убежит из вашей жизни. Но это колесо фортуны, которое говорит о том, что судьба с вами идет за руку. Одиночество уходит. Одиночество уходит, какая-то трансформация, что-то у вас будет открываться, именно такой вопрос, вот, боже, раз, два, три, четыре, четыре, паж кубков, любовь, которую вы долго ждали, просто долго ждали, трансформация, сражались, ждали, плакали, теряли, или думали, что теряли. Как-то так. Долгая дорога. И вот он еще. Возможно, даже не надеялись на этот шанс от жизни. Вы тут вообще не думаете о том, что, или не думали о том, что жизнь могла как-то поспособствовать, поменяться вообще. Вы привыкли в чем-то или вообще в своей жизни полагаться только на себя. А жизнь таки подбрасывает вам вот этот какой-то шанс, туз пентаклей. Судьба поворачивается. Здесь вы тут, скорее всего, при этих картах, как я понимаю, в вашем терпении, вы тут выигрыше. Если
если вы королева жезловая, то это вы, если, ну или в помощь идет королева жезловая, ну или мужчина, то для мужчины женщина именно такова. Но здесь, я бы сказала, вы двойка кубков, вы дождетесь или вот... Но это любовная пара. Это как ни смотри, это любовь. Судьбоносные у вас идут моменты вашей жизни. 36, но в любом случае это опять 9. Поздняя дорога, вечерняя дорога. Вечерняя дорога. Дорога к изменениям. Судьбоносная. Да, это хорошая перемена в вашей жизни. Очень хорошая перемена в вашей жизни. Что-то произойдет в самое ближайшее время, которое снимет вас вот тут с крючка ожидания. И, возможно, встреча, ну, возможно, я не знаю, переписка, созвон, общение, но это вестник. И всю историю вот тут я вам рассказала. Здесь именно такое движение энергии, то есть то движение по жизни дает вам неожиданно, причем король бубей идет здесь и... неожиданно страстный мужчина в вашу жизнь. Вот так. Или сам мужчина сможет, если смотрит мужчина, тут овладеть какой-то ситуацией в его жизни, которая долго, слишком долго висела, болталась, не двигалась или очень медленно трансформировалась, а тут удачный момент по жизни. Здесь могут быть переезды, просто даже, ну, как бы... поездки, переезды, движения, тем более здесь, в принципе, путь-дорога стелится хорошая. Вот так, может быть, кто-то из дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, ну вот как-то так в вашу жизнь. Я думаю, здесь хорошая позиция все-таки, потому что, скорее всего, именно такая возможность даст вам, вот, или такой человек даст вам возможность, или поможет в каких-то делах очень для вас серьезных, опять же, вымести все с вашего, ну, как бы дома, с вашей жизни разного рода неприятности. Ну и очень, я бы сказала, романтические встречи, страстные романтические встречи. Так, чего у нас опять тут король жезловый переворачивается? Возможно, мужчина, который был, да. Здесь человек, который не мог действовать, был в каком-то, в неком закрытии, скорее всего, именно это закрытие, тут мечевой, все перевернуто, подождите, король мечей, король жезловый и туз монет. Ну, туз монет говорит однозначно о том, что пришло время, шанс на жизнь. Тут что-то было в остановке, в невозможности действовать. И тут человек принимает решение, выходит из укрытия или из того момента, когда он может уже как бы заявить о себе. Здесь сняты какие-то преграды. Туз монет дает возможность заявить о себе. Здесь это что-то в сторону королевы. О,
королева мечевая, блокировка какая-то была, и пас жезлов. Все-таки ситуация говорит о том, что есть коммуникации, идут какие-то весточки, идут разговоры, идут звонки, переговоры и тому подобное. Что здесь? Это выход, это все-таки выход, изменения, прекрасные карты, все-таки крыски, вот тут ваши крыски, скорее всего, это какие-то невзгоды, уход от невзгод, или препятствия, которые были на вашем пути. Разрешение вопросов. Вот такая ситуация. Ух ты, и здесь у нас король мечевая. Так, и третья ситуация. Что вам? Ой, третий вариант. Что вам надо знать уже в ближайшее время? Десятка кубковая. Десятка кубковая говорит о семье, о радости, о счастье, о празднике, о наполнении, когда люди счастливы вместе. Когда они идут в один коллектив, в одно содружество, в одну семью. Возможно, празднование, именно праздники, вместе семейный круг. Возможно, вы уединитесь, к примеру, с любимым человеком. С любимым человеком вместе. Возможно, решится вопросы в семье материального порядка. Может быть, еще какие-то, опять же, документы или ожидаемые вот так вы получите в этот момент. Но, скорее всего, и королева жезлов. Ой, колесо фортуны. Здесь, скорее всего, радостные праздники, радостные известия. Дорога хорошая. Может быть, поколесите по родственникам, по близким людям, может быть, к детям, кто старше, кто младше, вот так, переезды. Но в большом, я бы все-таки сказала, что это вами ожидаемая ситуация по любовному вопросу. Может быть, вот так. Какая-то удача в вашу семью. Удача в вашу семью, счастье. И спокойствие. Все, хватит, называется. Ключик, потому что ключик в ваших руках, какие-то ключевые события для вас. Судьбоносные ключевые события для вас. Да еще какие, все, дама. Тут для женщины, тут для, реально для женщины идут, ну, я бы сказала, смена, может быть, даже смена судьбы, вот так. Или открытие какой-то ситуации, которая для нее прям была по тучам. Удача. Удача, разъяснение, возможно, выяснение отношений, может быть, с Трифоновым королем. Вот как-то так для вас. Выяснение отношений. Очень близкий вам, дорогой человек. И опять же, как семей, человек как семьи, как привязан к вам в хорошем смысле этого слова, к вашей судьбе. Может быть, человек вам раскроет какие-то свои тайны. Тут будет какое-то подведение итогов, все. Или, опять же, вы сможете оторваться от чего-то или от кого-то и выйти в свое новое плавание, в новую судьбу. Может быть, какие-то двери для вас откроются. Так, эта колода только почему-то так хочет разговаривать сегодня. Начинаем опять с перевернутой паш чаш. Возможно, наивность, инфантильность, закрытость какая-то. Опять несодержательность чего-то. Ух ты, как это так? Король монет. Переворачивай.
получается сплоченно. Тут кто-то вообще и открывается путь колесницы. Смотрите, тут человек, король монет, который вообще не верил, возможно, в силу своего слова или в силу своих возможностей, своих и ваших возможностей, может быть, даже так. Тут какая-то очень сильная привязанность или открытие возможностей. Сражался человек за этот путь. Что? Возможно, решение вопросов еще с детьми. Тут может быть, когда человек сможет открыть, прояснить какую-то ситуацию. Ситуация касаемо или детей, или денежного статуса какого-то, или человек не верил в силу своей жизни, своей дороги, и каким-то образом выходит, что есть возможность бороться за то существование или за тот момент прояснения ситуации. Прояснение ситуации. Здесь победа. Туз жезлов и там, наверное, не видно. И шестерка жезловая, и туз чаш. И опять у нас колесница. Все, жрица. Открытие возможности. Тут могла быть такая ситуация, когда человек не видел вообще не видел пути выхода из ситуации, не видел своей возможности заикорения где-то, к примеру, в той же ситуации жизненной. Но две колесницы нам здесь говорит о том, что у меня такая колода здесь пришла. Такая колода. Поэтому у меня здесь много, что-то 7 карт есть одинаковых. Какая-то такая ситуация. Человек уверует в свой путь. Не допускал, я говорю именно о человеке, не допускал возможности именно своей победы в чем-то. Так что вот такие сегодня у нас расклады. Все, спасибочки вам. Всего самого хорошего. И опять документы у нас здесь. Может быть, на дом, на род. Ух ты. Изменение, какое дно колоды. Смотрите. И тут тоже у нас звезды, аисты, дом. Возможно, кто-то получит из дому какую-то весточку, или документы на дом, или возможность, к примеру, там все было у нас в пентаклях, немножечко, возможно, суду кто-то не разрешал взять, или не выходило, человек возьмет, или еще как-то лилия, или кто-то в доме откроется, к примеру, с лучшей стороны, или какое-то примирение, но здесь именно становление, примирение, хорошее положение. Все, опять. Конец, выход на новый уровень. Тут очень в этот ближайшее время, в ближайший месяц, как я понимаю, очень сильная преобразовательная энергия, которая поддерживает вообще вложение, даже материальное вложение. Вот, хорошая такая энергия идет. Все, счастья вам, всего наилучшего, до новых встреч, пока-пока.